платить не нужно. В Самаре ходят бесплатные автобусы, пока на улице Новосадовой идет капитальный ремонт трамвайных путей. Работы ведутся от Барбушиной поляны до Нововокзальной. Движение трамваев на этом участке перекрыто в оба направления. Отсутствие составов компенсируют бесплатными автобусами. Транспорт курсирует от улицы Ташкентской до завода имени Тарасова с 5:30 утра до 10 вечера. На линию выходят 30 автобусов, которые вмещают в себя примерно 40 пассажиров. Действующее расписание скорректировали с учетом пожелания граждан. Теперь автобусы двигаются с интервалом от 3 до 6 минут. По данным Департамента транспорта, выполнение условий контракта с перевозчиком составляет 95%. 5% – это возможные опоздания автобусов из-за там, дорожного фактора. Ну, возможно, какие-то отдельные случаи поломок автобусов, чуть-чуть расписание плывет, поэтому вот эти 5% это сюда укладывается. Это очень хороший показатель. Специалисты профильного департамента продолжают контролировать выходы автобусов. Это делается для того, чтобы транспорт приходил на остановки вовремя. Ходит хорошо, вовремя, долго не стоим, не ждем. Замечательно. Ездит хорошо. Я, правда, вечером никогда не ездил, но днем нормально, замечаний нет. За санитарным состоянием автобусов также следят. Ежедневно производят мойку и технические осмотры. Пока жители города пользуются бесплатными автобусами, ремонт трамвайной линии набирает активный темп. Работы на участке от Барбошиной поляны до улицы Нововокзальной планируют закончить в конце июня. Здесь обновят 3,5 километра трамвайных путей. А на втором участке от Нововокзальной до завода имени Тарасова более 2 километров путей. В ближайшее время проведут торги по определению подрядчика на этом участке. После капремонта движение по линии будет более комфортным и ритмичным. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.